В столице региона уже третий день проходит форум дружбы «Ненецкий автономный округ. Ворота в Арктику». Этот четырехдневный проект предполагает цикл мероприятий, посвященных 70-летию Победы и популяризации культурного и природного наследия, также развития туризма в регионе. Программа форума разбита на несколько тематических блоков. Сейчас на площадке круглый стол. Там работает наш корреспондент Любовь Пермякова. С нами она на прямой связи. Коллега, здравствуйте. Расскажите, чему посвящен круглый стол? Ну что, продолжает свою работу форум дружбы «Ненецкий автономный округ. Ворота в Арктику». Цель этого форума – развитие внутреннего туризма и привлечение интереса к округу, как к перспективному туристическому региону. Сейчас вот начался круглый стол, и уже с докладом выступила зав. отделом истории Ненецкого краеведческого музея Марина Колавангина, с докладом округ в историко-культурном пространстве. Также выступил директор Ненецкого краеведческого музея Иван Хозяинов, который рассказал о взаимодействии образовательных учреждений округа в развитии детско-юношеского краеведения и туризма. Ну, впереди еще более 12 докладов. Сам круглый стол продлится до 5 часов вечера.